Раменская команда «Сатурн» обыграла «Витязь» из Подольска со счетом 2-1. Сегодня мы отправились в тренерский штаб футбольного клуба, чтобы выяснить, как идет подготовка к следующему воскресному матчу. Игра с подольским «Витязем» выдалась тяжелой. Непростыми оказались и погодные условия, да и состояние газона. Но тренер раменской команды «Сатурн» Дмитрий Сережкин остался доволен, особенно первым таймом. Футболисты создали немало опасных моментов. Ну, сложная игра была. К сожалению, поле еще не готово на 100%, скажем так. Поэтому в комбинационный футбол был играть сложно. Но выдержали натиск соперника. Достаточно много хороших моментов создали, из которых, к сожалению, только два реализовали. Вот а какую игру стараетесь привить футболистам, атакующую или от обороны, так как когда-то сами были защитником «Сатурна»? Ну, в любом случае, игра должна быть комбинированная. Вся команда должна и обороняться, и атаковать уметь. Поэтому мы стараемся, чтобы все умели и атаковать, и обороняться. А погодные условия какую-то роль сыграли? Ну, я думаю, что, конечно, коррективы какие-то мы внесли. Наверное, скорее всего, упростили игру. Было мало таких комбинаций, скажем так, интересных. Все-таки играли, старались не ошибиться. Первый домашний матч с командой «Витязь» из Подольска завершился победой для черно-синих со счетом 2-1. Но победа эта далась трудно, так как сильнейшие игроки «Сатурна» выбыли из строя и восстанавливаются после полученных травм. Главный тренер Дмитрий Сережкин ставит перед футболистами высокую планку и готовит побеждать в каждом матче, чтобы как можно выше поднять по турнирной таблице. В настоящее время раменский клуб «Сатурн» готовится к следующему матчу, который состоится в это воскресенье на стадионе «Сатурн». Начало игры с командой «Энергомаш» из Белгорода в 15 часов. Екатерина Алфимова, Сергей Григорьев, Марина Миткевич для программы «Городские вести».